Всем привет, ребят. Ну что, этот день настал, добрался я до португальского сервера, и честно скажу, я думаю, многие со мной согласятся, что после увиденного донатить в игру просто не хочется, потому что понимаешь, что есть сервера, на которых это отдается бесплатно. Я думаю, тут даже комментировать нечего, GG сами себе в какой-то степени урезают донат, то есть прибыль из-за такой темы, плюс они сами поруинили полностью стоимость героев, соответственно, сейчас добавили нам рекламу, кучу всего, добавляют новых героев, которые стоят 400 баксов, 500 баксов, потом 100, 200, а потом 10 спустя 2-3 недели. И, соответственно, люди просто перестали закидывать деньги. И я на это все смотрю, что нету смысла бешеного доната, если оно будет через день-два в два раза дешевле. Какой смысл? Зачем гнаться, если никакой бонусации, в итоге ты от этого не получаешь, тратишь бешеные деньги, в итоге получаешь через два дня просто такого же героя за копейки. Какой смысл? Единственное, для чего я делаю, допустим, для того, чтобы показать обзор, сделать вам обзор героя, чтобы вы понимали, стоит его брать, как его качать, что с ним делать. Это одно. Но когда ты просто донатишь в игру, лучше подождать неделю-две, перебиться, я думаю, от этого ничего не изменится. Тем более у нас никакие баги, ничего в игре не меняется. Я думаю, вы помните этот аккаунт, я его так и не перешел с португальского, не выходил. Он так у меня и остался. Прошлый пират, я вам показал, здесь было получено Мэри. И вроде казалось, блин, жесть, Мэрия, ну да, ее можно собрать просто так сейчас, ну, по сути, без доната могут ее фармить, надо долго это фармить, все делать, но это можно сделать. При определенных ситуациях показывал, как это все делается. Но это не все. Вот, реально, после такого понимаешь, что в игру донатить смысла нет. Тут открылся шарик, на русском сервере, кстати, обмена, если я не ошибаюсь. Нет, сейчас я забегу на русский. Русский, как обычно, просто тупо подосрали, я считаю. Просто, ну, на всех серваках есть, на русском сервере просто очередная дичь. Почему? Вот объясните мне, почему так? Да, здесь все классно, круто, но нету одной вкладки обмена. И это очень печально. Я уже не стал по этому поводу бомбить. Я сегодня просто поугарал уже, и, честно, хорошее настроение, веселое. В общем, поехали. Бездонатный аккаунт, ребят, бездонатный аккаунт, доната нет. Смотрим акции на сервере, что интересного есть. Вот за самоцветы можно купить, как и на Айсе. Ребят, за самоцветы недорого. Можно получить эмблему. Расходники разные есть, ну, то есть такой средненький магазинчик, тут где-то должен быть, то есть такой же, как у нас остров, не вижу этого, не вижу. Одной веселой темы. Ладно, коллекционера я, походу, не застал. Надо будет на французском чекнуть. Неплохо за донат, включая бонусные, вы можете получить определенные плюхи еще. Ну, хорошее накопление. Но суть не в том. Смотрите вот сюда. Да, дорого здесь. Вот это вот реально 10 тысяч самоцветов. Это просто, вот посмотришь, для бездоната это бред. Но я не знаю, потратить 40к на вот такие вот расходники, я бы, наверное, потратил бы, если бы они были.
Хотя, вот не знаю, вот это все фигня. Вот смотришь, да, это дорого, это все фигня. Но мы заходим сейчас обратно же на того же самого пирата. Заходим на пирата, я сказал. Вот наш пират. Просто охреневаем. Посмотрите внимательно, ребят, сюда. Что вы здесь видите? Здесь вы видите, бесплатно можно вытащить лисицу. Без доната, зефира мешки падают. Ну, вот, что после этого сказать? Вот, нафига донить на героев, если на некоторых серваках это все вот Мэри было, Лес был, дальше будет еще кто-то. На некоторых зефиров можно собрать. Ну, на всех серваках, кроме русского, как видите, дают офигенные плюхи. То есть здесь можно собрать лисицу бесплатно, без доната. И очень быстро. Да, надо накопить самоцветы, да, это все такой длительный процесс, но это можно сделать бесплатно. А поехали, я сейчас еще гляну французский сервер, там, по-моему, коллекционер, который тоже топовый. Сейчас надо будет обновить сервак. В общем, что после этого говорить? Вот. После этого просто не хочется ни донить в игру, не добывать каких-то определенных героев там на русском том же самом сервере, потому что, ну, это бред. Ты донишь, в итоге получаешь такую фигню, вот я не знаю. Оно сегодня 400, завтра, я же говорю, 25 баксов. И нафига? Нафига, если они ничего не меняют, они не меняют локации, они не исправляют баги, они не делают какие-то изменения полезные для игры, они не удерживают игроков. То есть все делается чисто для того, чтобы на каждой обнове нажиться, нажиться, нажиться. Ладно, ты покупаешь, ты фанат игры, ты это покупаешь, но потом ты заходишь на такой сервер и просто понимаешь, что там вроде люди играют, какой-то донат, но тут людей, да, меньше. Но у нас давным-давно нету привязки к количеству людей. Нету фана на битве гильдий, и многие пропускают, многие не ходят. Нету фана на атаке фортов. По сути, количество игроков сейчас на сервере, там где активный, неактивный, нифига не играет роли. То есть все уже играют просто так. Некоторые заходят забрать плюхи, некоторые просто заходят посмотреть, но... По сути, такой игровой активности, как раньше, уже давным-давно нету. Еще плюс появляются рели-нубы, которые просто, ну, руинят людям аккаунты своими обзорами и не понимают, о чем речь. Начинают там вопить, кричать, это отдельная ситуация. И ты на это все смотришь и просто понимаешь, что битва замков просто уже упала на такое дно. Люди просто перестают в нее играть. И разработчики нифига не делают в этом плане. Они нифига не меняют, они не добавляют. То есть, по сути, игру уже убили. Сейчас я отключу звук. Надеюсь, у нас тут сразу кинет не на гостевой аккаунт. Что-то подвисает. Надо будет почистить опять все. Так, заходим сюда и смотрим. Что вам на это сказать? Как вам, ребят, такой коллекционер героев? Собрали 5 гигантов, получили карту, получили эмблему. Получили Анубиса. Получаете донатного героя. Ну, тут даже без комментариев. Тут 5 карты дают за слизней. Ну, вот здесь вот просто тупо ты можешь вытащить одного из топовых героев, если вытащишь отсюда Анубиса. Каким образом это делается? Можно ролить за ЗПшки, то есть получить обычную карту можно за ЗПшки. Шарик есть. Ну, здесь тоже обмена, кстати, нету. А, не. Обмен на этого есть. Нету такого обмена. В общем, что вам сказать, ребят? С бесплатки паладином упал. Как видите, на некоторых серваках реально можно офигенно просто развиваться без доната. И нету смысла
Нету столько камней. Нету смысла гнаться за топом и за всем остальным. Поэтому я даже не знаю, что тут сказать. Пишите комменты, что вы по этому поводу думаете. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.